Ну что, уважаемые зрители, приветствую вас на очередном матче турнира Omen Atlantic Challenger. В рамках Best of 1 противостояния будут выяснять свои отношения команда Висла против АГФ. А как мы видим, уже пистолетный раунд выиграли АГФ, и начинается у нас форс раунд от Висла не совсем удачно, хотя череда разменных приводит к тому, что паритет был временный по количеству игроков на карте, но все-таки Хектус дает свой минус, и это большинство от АГФ. Давайте немножко по карте пройдемся. Карта Нюк была выбрана в данном матче. На самом деле очень хорошая карта, обожаю эту. Вообще, в принципе, команды, которые пикают эту, соответственно, мапу и играют на ней не менее интересней. Попытка, возможно, сейчас будет выбивание плента, но на самом деле это вряд ли будет выбивание, а просто ребята будут играть на доигровку. Как минимум постараться выбить девайс. И капер в спине находится, кстати, может дать свой минус по товарищу, который находится у винтов. И он, кстати, в шаге для того, чтобы сделать минус раз, минус два. Хотел я сказать, но нет. Дает минус раз, только с двух патронов. В итоге есть выход, девайсом никто засейвить не дает. И это у нас второй раунд для АГФ. Великолепно играющие шперы добирают после окончания таймингов. И это на самом деле неприятно было для шпера. Ибо скаут унести не удалось. Тем временем 2-0. По денежкам все очень плохо у Вислы, ибо они делали в прошлом раунде форс. Соответственно, вынуждены делать экономический... Третий раунд. По девайсам имеется, конечно, P250 и F7, и также присутствует Зигл. По раскиду ничего нету, но это фаст ромпы, кстати, и вскрываются АГФами. В итоге в спину наваливает мини. Воу, отлично сыгранный, причем уже минус 3 он оформляет. Красиво. Очень красивая игра. На самом деле здесь справились великолепно со своей стрельбой игроки команды Висла, но Чену нужно что-то тут придумывать. Чену прям очень нужно придумывать. Игрок обороны находится пока что на рампах, а тем временем Чен пачку ставит у нас. Интересно, кстати, он пачку поставил под будку прямо, а тем временем капер успел уже перетянуться, но не знает... А нет, увидел! Прекрасно понимает, можно откинуться моликом и сыграть, но Чен уже успел перетянуться, поэтому задефьюзить не получится. Ждет агрессии своего оппонента, Чен все знает. Чен прекрасно понимает, что это все байт. Второй байт подъезжает на будочку, но Чен продолжает халдить. В итоге есть выход. Понимает, что это будет агрессия, ставит уверенные головы, третий раунд для своего коллектива приносит. Сумасшедшие просто какие-то ребята, начинается Нюк прям очень-очень и очень интересно. И выглядит так, что возможно будет какая-то однокалиточная. Если сейчас Висла выигрывает раунд, то конечно серьезные проблемы возникают у... Точнее нет, если Висла выиграет раунд, то у них все более-менее будет симпатично, но если они его проиграют, то уже возникают серьезные проблемы, ибо АГФ будут дальше сноуболиться. А по игре и по стрельбе видно, что как бы ребята не пальцем деланы, и на самом деле у них есть неплохие шансы засноуболиться здесь. Разменов пока не следует, раскидка присутствует, той и другой стороны какие-то прострелы идут, но существенного ничего не происходит. Хотя подождите, один игрок успел дропнуться в винты, и хелпы никакой нету под Б. А в секрет руме есть кто-нибудь у нас? По секрет руму, кстати, ноль информации. Единственный миньон, который находится в сайте. Прячется он за электриком или нет, пока непонятно. Тем временем Морелис, размен произошел, 4 в 4. Ничего критичного пока что нету. Тем временем минион готов встречать. Ну, Кристоф, что творит этот парень? Находит голову, вскрывая тем самым Б-плен. Шпер выход и великолепное убийство. Стрельба не подвела Шпера и 3 в 3 ситуации. Капер тем временем Джердом пытается что-то придумать на выходе. Положили смог на аквариум. В итоге выхода какого-то оттуда бояться не стоит на шпера. Чек бы даблдора, но с малых дверей вышли ребята, и, соответственно, пачка сейчас будет установлена. Присутствует перетяжка, но пачка остается закрытой. Чудо, что ж это Хектус? А Вова потеряли, но Хектус пока что на карте, и на самом деле против него общаться не вариант. Капер забирает АВП, прекрасно понимает, что выбить плент не получится, и уходит на сейв девайсов. Но какая жесткая стрельба у ГФ, а что это за парни вообще? Я просто первый раз вижу эти никнеймы, и по команду это тоже первый раз слышу. Но ту стрельбу, которую они показывают, они вообще точно с тир 2, тир 3 сцены.
Там, я думаю, многие коллективы тир-1 позавидовали бы такой стрельбе и таким выходом на нюке. Капер. Попытка засейвить АВП. Есть выход под него и, соответственно, смерть. Не заставила себя ждать. Отправляется на небеса. Товарищ Хейблэк. Но я думаю, он сильно не расстроился. У него там 6 кэсов на руках. Можно закупаться спокойно и даже фидить еще более. Но в идеале, конечно, лучше было подсейвить девайс. Ибо был неплохой шанс. На самом деле у него унести дроп какой-то для своего союзника. Например, у Алова не так много денег, и можно было бы его порадовать такой легкой плюшечкой. Тем временем Шпера, Савика и энтрифраг оформляют, который засейвили также мини-великолепный поджим смог. Ситуация 5 в 3, и вот тут, возможно, все-таки первый раунд для команды Вислота и упадет. Старая добрая поговорка, первые 5-6 раундов ничего не значит, и все можно закомбэчить. И вроде как Висло взяли себя в руки, вовремя одумались и начинают играть правильно. Хотя на самом деле за такие поджимы могли и наказывать их, просто АГФы не ожидали таких поджимов. Тем временем Хейблэк есть минус по КТ. 4 в 3 ситуации, вскрывается аплент и... Воу, а Вова также минус дает, но Моралис на хелпе, и подождите, Хейблэк дает свой ответный минус. Есть информация у нас по девятке. И в итоге вынуждены ребят халдить, откидывается молик на девятку. Ситуация 2 в 2 и неплохие шансы у АГФов, возможно, затащить раунд 2 в 5. Великолепнейший просто раунд от них будет, если они его вывезут. Пока что ребят халдят, пачка не устанавливается, хотя был раскид по моликам. Вот, все, есть смок у нас на... Мейн также присутствовал, молик на девятке, поджим никого не следовало, и это у нас будет выход дабл, так сказать, через мид. Неплохой минус от миньона. Тем временем АО у нас работает в сайте, под него пока никто не поставляется, увидел. Да, что ж... Воу, Шпера, хотел сказать, что АО сейчас должен давать уверенный минус, но нет. Шпера хладнокровен, Шпера меткий сегодня и легкий килл для себя оформляет, также приносит первый раунд для своего коллектива. 1-4 счет. Неплохо. Но на самом деле великолепная была игра от АГФов. Не знаю, как у них не хватило сил дотащить этот раунд детский. Но шансы были неплохие. Ладно, девайсы выбили в целом неплохо. Но засейвленная ВП затащила этот раунд однозначно. Шпера не первый раз сегодня раздается ВП. И почему Вага так он не делал, я не знаю. Очень странно, почему он Вага так не стрелял с АВП. Отлетал вообще как только мог. Но не суть, важно. Тем временем начинается 6-й раунд с разменов. 4 в 4 ситуация. Также размены продолжаются. 3 в 3. Есть в сайте капер, которого закрывают. Ай-яй-яй-яй, как неприятно. Чен дает свой минус. Есть информация по минину, который дает голову по Хектозу. Так, хорошая хаешка. Хаешка очень много дэмэджа носит, но, конечно же, спрей не подводит здесь ни в какую минину. И остается один-единственный Хейблэк с эмочкой, который готов вроде как встречать мейн, но не полноценно. Возможно, стоит сыграть как-то от будки поинтересней. Ожидал его уже здесь Шпера, дает свой минус, готов забрать свое АВП. Которую найти, кстати, не может почему-то. Вот, все, находит свое АВП, и раунд у нас второй для Вислы. Красиво. Добавить, конечно, тут больше нечего. Мне прям интересно стало, учитывая, как играет тот и другой коллектив, у меня есть такое предположение, что нас может ожидать здесь прям волевая какая-то игра, не исключая даже какие-то допы потенциальные, потому что Висла вроде ребята толковые, в принципе все именитые, и видели мы их не раз на крупных ивентах. По АГФам я первый раз с ними столкнулся, но тем временем Хектос дает уже минус. И дает он очень легкий минус по Морелизу, остаются в меньшинстве игроки команды Висла. Но есть, конечно, АГФы не удивлят и не засноуболят, просто не заберут там раундов 9 за 10 за атаку и, соответственно, остальное добьют в забороне. Тем временем Шпера дает ответочку по Хектозу, в снайперской гонке он все-таки пока что побеждает именно в этом раунде. А если посмотреть по КД, 7 убийств, 4 смерти у одного и 7 убийств, 4 смерти у другого. По одному ассисту также у того и другого присутствует. Неплохо. Захалдили пока что ребята из коллектива АГФ. Возможно, хотят какие-то красивые
раунд разыграть. Красивый раунд, еще не хотят разыграть. Есть выход на рампы, в итоге никого пока не находят. Есть хаешка, молик. Неплохо, кстати, по шпору там дэмэдж прошел. В это время у нас тут небольшие траблы произошли, но не критично. Мультики. Кто не смотрел мультики сегодня, вы, в принципе, только что их понаблюдали. А, тем временем, 3 в 3 в ситуации, уравнял шансы Капер на этой карте. Чен не попадает, но благо Ава сработал на халпе, 2 в 2. Ай-яй-яй-яй, Капер, удачное открытие. Так и остается один единственный Кристоф, который постарается поставить пачку. И да, пачку он поставить успевает. Хаешка по нему залетает, но не так много дэмэджа наносит, как, наверное, ожидалось. Опять неудачная позиция, и... С двух сторон его просто запикивают, и Висла забирает третий раунд для себя. А это что значит? Это значит то, что подъезжает у нас камбук-система. Камбук-система в деле. Да, вновь забирается АВП. Шпера его потерял, Капер все-таки тиммейт, который должен обязательно был подсевить этот авик и еще успел подлутать какой-то дроп в виде гранат. Хорошо сыграно, он знал, так он еще и залутал там хаешку. Хаешку и флешку. Неплохо. Хаешку и флешку залутать всегда приятно. 3-4 счет, 7 раундов позади, тем временем АГФ вынуждены играть экономически, делают, конечно, байт, тут двух кэсов, в итоге поджим, есть минус, это фаст раунд Б, что ли, будет, забирается М-ка, и да, полетели ребят на ноге под Б, в итоге есть уже минус от мину, отлично сыграно, Капер также находит свой килл, в бочину открывается меню, Капер с двух сторон закрывает, и это в целом неплохой раунд для Вислы. Могли АГФ потенциально выиграть этот раунд? Забайте, что они выходят на Б, на самом деле перетянуться на А. Было бы это более как-то симпатично, но почему-то они приняли решение, что пушим до конца. Возможно, не ожидали такой позиционки от своих оппонентов, из-за чего решили сыграть именно так. О, приятно наблюдать, что интересные раунды ребята умеют разыгрывать смок хаешка на двери. Редко вообще, когда встречаются такие игроки, кто умеет обузить эту тему. Закидываешь хаешку, дальше под нее смог, но при этом ты префайром выходишь по мейну. Часто игроки пробегают в этот момент, и ты можешь убить кого-нибудь. Пропушил он все-таки Кристал в винте и ждет потенциальный выход к нему в спину. Халдит, не подставляется. Играет супер осторожно, тем временем Хейблэк дает свой минус. 4 в 3 ситуации, меньшинство от Вислы. По позиционке, в принципе, один в районе Б был, но вроде как решили укреплять А. Возможно, это будет ошибка. Да, это, судя по всему, ошибка от АГФ. Размен, конечно, присутствует. 2 в 2 вновь ситуации. Тем временем... О, выдает свой килл, но 1 в 1 против Шпера будет играть очень сложно. Шпера не пальцем делал на игрок и... Воу, не попадает здесь Шпера. Вот это было печально, конечно. Это было печально. Пачку, кстати, грамотно ставит. Есть флешка. Можно кинуть флешку и закрытую уйти на двери. Но и этого не потребовалось. Просто переиграл здесь своего оппонента, кинул флешку с одной стороны, ушел в другую, не побоялся этого молика и, соответственно, дал свой минус. Красиво разыгранный раунд от АГФов, но на самом деле они были в очередной раз в шаге от того, чтобы его проиграть. Хейблэк, конечно, потрясающий дейл. Минус на будке. Навелся грамотно, им не подвел. 5-4 счет, с той и с другой стороны бай присутствует. В принципе, в обороне по бай все неплохо, АВП вновь имеется. Также присутствуют 3 кольта и МПшечка. А МПшечка-то в деле, знаете, какая... Уф. Каждую катку повторяю, что девайс на поджиме работает просто великолепно. Начинается выход, рампы вскрыты и не верят в свою чудо АГФ. В итоге дается информация, что один точно дропнулся. Аквариум чистый, понимает это Хектус, на всякий случай разбивает окно. Тем временем миню работает в упоре, минус 2 оформлять. Да что ж он делает-то, там можно удачный тайминг поймать. И да, удачный поймал тайминг Хейблэк, дает свой минус с мака. В итоге ситуация в меньшинстве, но Хектор, вау, какая потрясающая позиционка от него. Хороший минус, также услышал рампы, дает информацию, что один прокрался и закрывает еще челика с винтов, и также еще закрывает того типа, которого пропустил, остается один единственный шпер с АВП, и это будет сейф.
Хороший раунд ДГФ в атаке показывают, прям супер быстро, неожиданно, но я вам клянусь, я такую стрельбу давно не видел. Вот прям, чтоб так стрелять, это прямо очень сильный коллектив выглядит. Но шпером без разницы, он говорит, кто тут хорошо стреляет. Я ветеран отечественного, хотел сказать, отечественного КСа. О, хотя... Ветеран просто Counter-Strike, в итоге еще и добивают тут Хейблока, говорит, молодой, ты куда? Ты куда выбивать девайс? Иди, сидишь. Выиграл раунд, успокойся. Но нет. Пытались все-таки забрать. Ну, молодые, перспективные и агрессивные. Иногда агрессия идет на пользу, иногда нет. И в данной ситуации она пошла не на пользу. Попытка выбить девайс не совсем удачная. Удалось нафармить денежек. И это у нас форс раунд от Вислы. Фаст выход будет, судя по всему, апленд. А тут уже готовы принимать ребята из коллектива Висла. В итоге минус от каперов. Ну, подождите, Морелиса с Иги тут раздают. Говорит, а ну, молодые, подходим. Ща я вам с отцовской хаги... Сайгина раздаю. Забирается СГ, имеется АВП, пошел дроп под Б, и будет ли это у нас взятый раунд? Разбивается аквариум, пока никого-то не начекивают. Хорошо, кстати, молик закидывается, чтобы не было выхода с даблдора. Но в итоге будет ли ставиться пачка? Пачка пока не устанавливается. Хорошая будет сейчас встреча у ребят. В итоге Хейблоку повезло, убивал этот шпера. И Моррелис говорит, вы чё, молодые? Сейчас я с вами разберусь. Он минус 2 оформляет и, соответственно, пятый раунд для своего коллектива приносит. Великолепно сыграно. Подождал пика пачки, а точнее установки ее, и хорошим таймингом открывается, двух игроков закрывает и приносит для своего коллектива, так сказать, бонусик. Тактическая пауза подъезжает тем временем от игроков команды атаки. Что-то пошло не так. Нужно, возможно, обсудить, что именно идет не так. А в целом, по КДА в плюсе у нас не так много игроков. Это у нас получается Хектос там был в плюсе и еще один товарищ. Но тем временем, для тех, кто только подключился, кто не в курсе, есть такой прекрасный букмекер. Это VulcanBet, на котором можно зарегистрироваться. Ссылочка в описании. Кликаем на баннер, переходим, кладем бабоньки. А при пополнении там до 3 кэсов может вам упасть на балик. И, соответственно, будете ставить, допустим, не 2000, а 4000, что довольно-таки неплохо. Пользуйтесь на здоровье. Потом скажете спасибо. Тем временем, 12 раунд вот-вот начнется. А, точнее, если быть, то через 10 секунд. Возможно, АГФ оставили паузу, чтобы обсудить, как они будут доигрывать эту игру, ибо не ставить ее позже. Сейчас, естественно, будет экономический раунд от них. Все сыграется по дефолту, причем принимается решение купить всего лишь две флешки, не более того. Нередко, кстати, наоборот, точнее, редко встретишь команду, которая примет решение сыграть от фуллэка и даже не попытается сыграть от нового девайса, ибо Хейблэк мог позволить. Вау, в итоге это быстрый выход улицы, но приемка там, конечно, слишком уверенная. Но в целом задумка крутая. Не повезло просто с позиционкой Вислы. На самом деле задумка крутая, когда ты делаешь пропрыг, чтобы запушить улицу окончательно и выйти на девяточку. Благодаря чему ты можешь законтролить как минимум две позиции. Как минимум две позиции. Что немаловажно. Хорош, кстати, тем временем поджим от Морелиса. Шпер дает уже свои энтри. Вот в спину выходит Морелис и обоих оформляет здесь игроков. В итоге минус 2. А Хейблэк также умирает. Один единственный кристалл остается, который попытается найти свой килл на улице. Но Шпера так просто не проведешь. Уверенно играет Шпера, а ВП сегодня его просто не подводит. 15 киллов настрелял, 7 раз умер. У меня то же самое, в принципе, по КДА. Далее. Далее, 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 далее. Что интересного? В плюс еще капер идет, как и Морелис, один единственный, это джет. 4-10 идет. Не самый лучший показатель, но вроде как держится. В целом игра равная, Шпера отдувается за почти за весь свой коллектив, Морелис умирает, Хейблок его все-таки смог перестрелять, что немаловажно. Тем временем находится еще килл по миню, и это делает килл Хектус.
Так, Чен пострадал. Шпера со второго выстрела не попадает по игроку. Будут ли его пушить? Да, головушку подставляет, но в очередной раз не попадает Шпера. Да что ж такое-то? Сглазил я его по ходу. Но не страшно, потому что капер присутствует, готов работать на хелпе. В итоге, опа, горит, здравствуйте, а че, где все? Никого не находит. Дверь-то слышали, что открывались. В итоге выходит, а его пикает и закрывает капер. Меньшинство от обороны. И выходить, что-то выбивать топ-лент не очень хочется. Деньги есть, конечно, но терять девайс на next round не рекомендуется, ибо там у капера небольшие проблемы с денежками. Да и у меня вроде как не все сладенько. Да, возможно, даже я ВП захочет снести next round, хотя шпера. Так, Джет дает свой минус по Кристо. Не удается, возможно, унести все 4 девайса, но Джет решил подставиться, нафидел, и это, наверное, не есть хорошо. Один единственный шпера, который в очередной раз унесет АВП, и готов он здесь уже был убивать игрока, но тот взорвался. И, соответственно, шпера здесь выживает. Отлично сыграно. 7-7 счет, и на самом деле АГФ довольно-таки неплохо отыграли этот раунд. Хороший выход, отличные минуса. И тайминг им... Тайм-аут им пошел явно на пользу. В итоге крайний раунд первой половины. АГФ за атаку, закончат ли они все-таки за собой первую половину или отдадут ее Висла, очень интересно. Ну, поглядим. Ну, поглядим. В принципе, по карте. Пока разменов никаких нет. Один единственный Морелис пострадал по ХП. Смоком откидываются и, возможно, будет какая-то перетяжка. Хотя нет, на винты ровно встает Висла. Висла, хотел я сказать. На винтах у нас будет, судя по всему, работать товарищ Морелис. Да, не хочет он пропускать здесь игроков. Закрыл выход и... Здравствуйте, говорит. В итоге минус раз в размен, но надамажить еще параллельно успел одного игрока. Очередной выход, попытка убить Кристова не совсем удачная оказалась, но не критично. 3 в 3 ситуация, хорошее вскрытие позиционки, тем временем минион свой минус дает, шпера перетяжка под Б. Но также Хейблэк нашел килл и поставилась пачка у нас под Б. Воу, хороший тап залетает от Чен, остается один единственный шпер, СМК попытается выбить этот раунд. Но это, конечно, очень сложно будет сделать, поглядим. Берется СГ, находится голова, но его убивает, и это у нас первая половина за ГФами. Ну что, уважаемые зрители, возвращаемся на вторую половину этого прекраснейшего Best of 1 противостояния. Игры стали поинтереснее, захватывающие, никто не уступает, однокалиточных каких-то у нас не происходит, что немаловажно. Игроки команды ГФ за атаку набрали 8 раундов, благодаря чему выиграли первую половину. В свою очередь Висла неплохо подкомбышилась в игру и даже в какой-то момент были в шаге от того, чтобы засноуболиться. Но ГФ решили не отпускать их. Говорят, мы не пальцем деланы, и Хейблэк тем временем делает энтрифраг на карте с чешки. Хорошо, минус 2 не получается сделать, потому что запикал его капер, перестреляв. Ситуация 4 в 4 и нужно как-то разыгрывать этот раунд АГФ. Пачка поставлена на... Посмотрим, что покажет. Хексас тем временем на девятке. Выход, никого не находит. Играют супер закрытые Висла. Тем временем под флешку, видимо, пытался пикнуть. В итоге префайром выходит. Ни по кому не попадает. Но Кристал находит минус ответ от капера. Также минус меню. Еще и минус капер. Остается один единственный шпер, по которому Кристал дает головушку. Что ж ты делаешь, Кристал? Минус 3. Оформляет он в этом раунде. И это 9 раундов для АГФов. Красиво. На самом деле это ключевой раунд был для КТ, потому что сейчас можно закупиться и самое главное им сделать хорошую приемку. Потому что этот раунд им дает какие-то шансы на потенциальный слив одного или двух раундов. Если, конечно, они этот раунд не проиграют. Потому что Висла тоже делает бай. И на самом деле у них есть СГ, два калаша, есть раскид армора и два калаша еще также в запасе. И в целом этот раунд может АГФам помочь выйти на более комфортный счет для себя, а точнее 11-7, если они его выиграют.
Шпера, энтри фраг уже оформлен. Потеряли Хекта. Это один из ключевых игроков, кто набивает здесь киллы по большей степени для своего коллектива. Да и ключевые киллы он, в принципе, делает. Хотя не говорите, Кристос в прошлом раунде просто отыграл. И в этом раунде уже убивает Капера. Разогрелся, по сути, молодой человек. А Хейблэк у нас как в папочке вылетает. На крышу пытается найти какой-то минус, но там уже игроки команды Висла законтролили все основные позиции. В винтах стоит ШПР, ждет потенциальной ошибки от своих оппонентов. Дропается пачка, и что? ШПР все-таки будет ее ставить, но это, судя по всему, основное это укрепление А пункта от АГФов. Хотя АО готов встречать игроков на больших дверях. В итоге есть еще минус от Моррелиза. Хейблок пострадал, меньшинство. Вся ставка на то, что Вова дает минус. Минус раз дает. Дальше с двух сторон его будут запикивать, и да. Подождите, Кристал с Ченом, выход. 2 в 2 в ситуацию, на самом деле, можно разыграть. Открывается дверь, положили смог. И что у нас? На аквариуме будет работать, я так полагаю, Морелис. Хотя нет, дропается за нычку и будет играть от нее. Пока это меняет позицию, не дают своим оппонентам, возможно, даже понять, где что и как. В итоге в двери залетает еще хаешка, но Кристал, выход под аквариум, тем временем Чен на больших играет. Никого не находит. Морелис минус раз. Кристал дает ответный килл. В итоге переигрывает все-таки Морелис. И это у нас форс раунд от команды Вислы выигрывается. По-моему, было красивенько. Очень хороший раунд. Разыграли Висла. Прожали улицу. Законтролили ее полностью. Дали ключевой минус на рампах. Вскрыли плент и, соответственно, выиграли раунд. Тем временем форс от игроков команды АГФ. Нужно будет что-то придумать в этом раунде им сверхъестественное. Потому что форс форсом, а стрельбу никто не отменял. Тем временем Джет, агрессивная игра. Понимает, что один игрок на аквариуме закидывается туда смог. Но не догадывается, что в упоре стоит Хектос. Пропускает он здесь одного игрока. Но слишком рано начал стрелять, хотя череда разменов идет. И 3 в 3 ситуации. В итоге Аова почти попадает в голову. Был неплохой шанс. Скаута пострелили тем временем еще одного игрока Вислы. На самом-то деле по ХП очень серьезные проблемы у Вислы. И будь хаешка, можно было вообще изи раунд этот выиграть. Но поглядим. В целом, даже и пустить-то некого на расход, потому что все практически фуловые, но возможно стоит. Никого даже пускать не надо, Хейблок выходит, голову ставит по Джеду. По Каперу сейчас тоже появится информация, которая умирает, и остается один единственный шпер, который прячется. Прячется в смоках. Не хочет давать информацию. Залетает Молик. Есть открытие, но Хейблока ты просто не так не проведешь. Выигрывает этот раунд игроками команды АГФ. Как они это сделали, я не понимаю. Сами зафорсили и. Знаете, есть такое выражение «клин клином вышибай». Вот я думаю, примерно то же самое было в этом раунде. Выиграли они, проиграли они форсу, но решили. Ну, коль мы проиграли форсу, значит мы и выиграем форс раунд. И у них это получилось сделать. Но форс-то у них был намного слабее. Отличная разыгровка раунда. В итоге 8-10 счет. Вислы покупают себе девайсы. Как мы видим, есть два калаша, два СГ. Также присутствует Дигл. Тем временем Морельс у нас умирает от Чена. Слишком агрессивно, судя по всему, Висла решили разыграть этот раунд детский. Хектус говорит, пацаны, тут какая-то движуха на улице. Еще одного похоронил. Но тем временем Шпера разменял своего союзника, оставив себе, конечно, не так много здоровья. Стоило на того, да почему бы и нет. 3 в 4 разыграть можно всегда. Удачная позиционка, удачный тайминг и, соответственно, минуса также находятся. Джет, аккуратная игра на улице с СГ, тем временем Шпера прожимает уже секретку вместе с Капером. И Джет также к ним перетягивается. Но Кристоф уже встречает здесь Шпера, взлетает очень хорошая хаюшечка, но нет, так много дэмэджа не наносит, как ожидалось. В целом, ситуация 4 в 2, удается Кристоу отойти, дает фул инфу, что ребята, тут походу алярма намечается на Б-пленте, помогайте мне, пожалуйста. Поспела халпа, работать внизу будет Авова, который готов помогать своему Кристоу с маком, но позиционка, конечно, для мака не совсем удачная, я так считаю, ибо на дистанции мак не так хорош, как в упоре. В итоге выход с аквариума, есть минус сразу же ответ от Аова, откидывается флешка, боится пика, в итоге пачка вроде как устанавливается.
Две флешки залетают, молик залетает, джеды выкуривают из позиции и, соответственно, запикивают. Но установить бомбу удалось. Тем временем 11 раунд себе АГФ все-таки забирают. Два калаша. Нет, все-таки будет один калаш. Или нет? Да или нет, да или нет. Определитесь уже по девайсам. Два калаша и СГ у нас достаются. Следующий раунд. В принципе, неплохо. В принципе, неплохо. О, Эспада у нас выиграла матч и переходит у нас уже в финальную стадию сегодняшних квал. Что очень хорошо. Ну, полуфинально, если быть точнее. Что на самом деле довольно-таки неплохо. У Эспада сегодня есть все шансы пройти дальше, возможно, даже и выиграть финал. Вчера им это не удалось сделать, но, возможно, сегодня им это удастся. Тем временем, 20-й раунд наступает, быстрый выход от Вислы и великолепный минус 2. Да как они на этих чешках играют? Так, залетает, хорошо, и дымыч еще по хекту за 5 чешки в голову. Возможно, Висла все это время тренировала на самом деле стрельбу с чешек, потому что то, что они вытворяют сегодня на этих девайсах, это сумасшедший дом. Ибо Шпер давал на Инферно сумасшедшие минуса, да, с чешки. С такой приличной дистанции. Также сейчас отличный выход. И, соответственно, уверенные минуса с данного девайса. Так, я кто-то что-то услышал. Понимаю, что кто-то его идет пушить. Есть выход. Есть минус раз. Но с P250-го Морали запикивает. Хекта за один единственный девайс удается унести Чену и по факту проигрывают очень плохой раунд для себя АГФ. Могли уходить на комфортное преимущество на 12 раундов и 4 раунда было бы в запасе. В итоге нет, в итоге увы, вынуждены, возможно будут, нет, не вынуждены экономику играть, они будут играть у нас в All-In Star Gaming. Деньги, в принципе, были, покупается АВП, есть МК2, есть Фамас, Калаш засейвленный. По Шперу идет очень много дэмэджа, и Шпера умирает, а без Шпера будет играть очень сложно Висли на самом-то деле. Дропается один игрок, тем временем идут прострелы в смока, и неплохо надамажили миню. Морелис также удалось проскочить под шумок, но тем временем капера еще потеряли на рампах, я так полагаю. И мини попытка разменяться хотя бы по хп с кем-нибудь, но, увы, она не приносит никаких плодов. Ибо в закрытии стоят АГФ и готовы заканчивать этот раунд в свою пользу. По раскидке у Морельза, в принципе, все неплохо, но их пачка находится, кстати, как раз-таки под Б, но выходить что-то не очень хочется. Он даже не догадывается, что он там один-единственный. Что самое-то интересное, он даже не понимает, что он один тут и может спокойно выйти на ноге, поставить пачку, откинув флешку и смог, и спокойно уйти в более своего позицию. Возможно, будет разыгровка байта, но уже перетянулся на хелпу, а Вова под Б, тем временем убивают джеда. Морелис понимает, что что-то дело пахнет нечистым. Начекивает голову по Хектузу, я не знаю, как он его там услышал, но он явно знал то, чего не знают они. Говорит Морелис, пошли-ка на апленд. Я вот прям знаю, что нужно туда выходить. И здесь, в принципе, ребята хоронят. Хотя под флешку Морелис хороший выход. Остается 5 хп у него. Пострелял, но удастся не засейвить. 18 секунд времени по сейву. Выходит уже здесь под Авову. И 12 раунд забирает АГФ. Слушайте, ну, со стратегической точки зрения, если рассматривать, то АГФ красиво все сделали. Но явно они этого не задумывали, на это не рассчитывали, но... Чисто в теории они отдали прошлый раунд, забрали ключевой раунд сейчас для себя, выйти на 12-й. И самое главное теперь не закинуть этот раунд детский. В принципе, у меня были деньги, он закупается СГ, покупается также еще две чешки, есть P250 и Дигл. Плюс-минус также присутствуют арморы. По раскидке, конечно, все грустно и печально, но в целом неплохо. Энтрифраг подъезжает от Хексаса. Минус по улице раз, минус два от Хексаса. Также Чен работает со своего девайса и оформляет третий килл на карте, из-за чего Висла остается в меньшинстве. Шпера и Морельс. P250 и чешка. Что будет?
Пам-пам-пам-пам-пам, настреливают ЧПР, минус раз оформлено. Дальше выход, Моралес на ноге выходит, его здесь закрывают. И, соответственно, ШПР тоже убивают. Кристал, конечно, наверное, зря нафидел, но он не ожидал такой агрессии от ШПР, что он будет прям в упоре здесь находиться под боксами. И, соответственно, умер, из-за чего потерял девайс. Экономику стабилизировать ему, в принципе, не удается полноценно. Видим, что опять бай приводит его к потере большого количества денег, но тем временем 13-9 счет. А это означает то, что АГФ в шаге от того, чтобы выйти в полуфинальную стадию. И у них для этого есть абсолютно все. А если быть точнее, это 3 кольта, 1 СГ, также АВП и все это закрепленное АУГом. И старая добрая фраза, нету рук, беру АУГ, всегда в деле. Что немаловажно. Тем временем Хексас чекает улицу, дает информацию, что вроде как тут сектор клир. Тем временем идет какой-то раскид под А. Да, это раскид под А, и будет ли это все подкреплено выходом, но нет. Захалдили игроки команды Висла, остается у них два смока и, соответственно, молик. Тем временем Хектас энтри уже оформляет. А Чен с девяточки готов приемку делать. Так, с мейна выход, но во время падения этот был выход. Тем временем пачка под контролем, за втором запикивают. И неплохая, кстати, игра, но Хейблок не растерялся. Великолепные минуса подъезжают от него. И выигрывает он этот раунд для своего коллектива. Не растерялся, хотя были неплохие шансы у игроков команды Висла. Возможно, там флешка какая-то неудачная залетела. Или просто стрельба пошла сумасшедшая. Но в целом это было очень странно. Воу, какой отличный минус Хектас дает. Красивый хайлайтик, на самом деле, нам показали. Приятно понаблюдать было за этим минусом. Тем временем, очередной экономический раунд. Убивают Шпера. В итоге очередное меньшинство от Висла. Тем временем по Морелизу также очень много дэмэдж залетает. Хексас чекает какой-то выход со скалы, но там никого нету. Тем временем Морелиза убивают. Также умирает у нас еще и Миня. Меньшинство от атаки. Оу, Кайпер перестрелялся, кстати, он тут Чена, но перестрел, конечно, не имел места быть вообще никакой. Тем временем закрывается здесь Джет и 9-15 наступает счет. Висла, что же с вами произошло-то тут такого, что АГФ вас выносят? Но, блин, я, конечно, в шоке с этих АГФов, как так можно играть? У них потрясающая стрельба, у них великолепная позиционка. А самое главное, что они прям не боятся, не играют агрессивно. Но понятно, что пару раундов против какого-то сильного коллектива, ну или пару игр, да, проигранных, найдется свой та команда, которая просто сыграет в глухую оборону и будет наказывать от этого. С другой стороны, все зависит от того, как еще и летит стрельба. А стрельба у ГФов тоже не самая слабая, и под их плейстайл она в целом подходит. Но посмотрим. В целом 9-15 имеется, а также 25 раундов у нас совсем скоро будут позади, и возможно на 25 раунде и закончится эта игра. В целом по девайсам, что мы имеем? В атаке есть у нас 2 СГ, также присутствуют калаши в виде двух единиц, и соответственно все это подкреплено АВП. По раскидку и армору, соответственно, у всех все хорошо, ибо были сыграны по факту 2 экономических раунда. В какой-то степени, благодаря чему можно было закупиться просто на все талоны и понадеяться на то, что выйдут на доп. Тем временем Хектас минус по Шпера, уже потеряли основного и ключевого игрока, я даже сказал бы, который по большей степени и старался вытащить эту катку. Меньшинство серьезное увисло, тем временем еще минус от Кристал, 5 в 3. Оу, так тут такими темпами сейчас каточка у нас там закончится, что ли? Да не шутите так, уважаемые. 2 в 5. Но по факту это просто неберущийся раунд. Так, Моралес минус по Кристал. Дальше. Выход по Джи. Моралес минус 2. Но тут спина уже выходит и должен поймать тайминг. Ой-ой-ой-ой. Тайминг-то не поймал. Не поймал. Нет, видит ноги. Хороший голову ставит по Морелесу. Остается один единственный капер. Боится поджима. И что ж тут произойдет? Залетает флешка. И это...